полное, наверное, отсутствие страха любой критической ситуации, вот так вот. То есть, если резко что-то происходит, нужно быстро принимать решение. Вот там, за 2 месяца, просто во мне это как-то вот воспиталось с нуля. Что какая бы ситуация ни была, быстро надо реагировать, и реагировать надо правильно. Потому что при неправильном введении внутривенно не того препарата человеку с аллергией, вот в такой вот суете это вполне возможно. Вот, наверное, вот это самое главное качество я оттуда вынес. Быстро принимать решение, верно, и постоянно думать о том, что ты делаешь, потому что каждый твой неправильный шаг может привести вообще к тотальному последствию какому-нибудь.